А перед началом ролика хочу посоветовать вам канал Лёва Гейм. Он только начал снимать, у него 32 подписчика. Давайте поможем ему развиться. Он будет снимать видосики по КРМП, поэтому обязательно на него подписывайтесь. Ссылочку я на него оставлю в описании, в принципе. Поэтому поддержим парня, пишите, что вы от меня. Посмотрите его первый видеоролик, поставьте лайк и поддержите пацана. Пусть у него будет стимул расти, так сказать, развивать свой канал. Приятного вам всем просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Replay, первый сир. Мы не Кирилл Путбулови. И сегодня у нас будни русской мафии. Так, думаю, по названию ролика вы догадались, о чем сегодня пойдет речь. Возможно, нет. Но я стал седьмым рангом, в принципе. Да, я дошел уже до семерки. Я дошел уже до семерки. Давайте я вам это продемонстрирую. Пишем стат. И вот, седьмой ранг. Пахан. Пахан, паха. Паханька. Короче, я теперь седьмой ранг. Это просто заебись. Я добился все-таки своей цели, чуваки. Я добился. Я в предыдущих роликах говорил, что хочу быть пятеркой либо семеркой. За мою хорошую работу, чуваки, без какого блата, я наконец-то добился семерки из-за того, что я возил патроны и так далее. Ну, вы это на сериях видели, можете, блин, если вы не верите, что все по-честному, зайти на форум, в раздел криминальной организации русской мафии, посмотреть мои отчеты. Я там по 4000 возил и так далее, понимаете, патрончиков. Поэтому я на РПХах был, кстати, и мне лидер дал седьмой ранг. Я был четверкой, кстати. Меня повысили после того, помните, как я патроны возил? Меня поставили на четверку, я отчет кинул. И вот я теперь семерка. Кстати, наверное, когда я снимаю это видео, уже на канале проходит конкурс, поэтому обязательно участвуйте. Просто я вас люблю, целую, поэтому участвуйте. Конкурс на 1 миллион, участвуйте обязательно, просто обязательно. Ссылочку на конкурс я оставлю в описании, если не забуду. А если забуду, зайдите в группу канала, и там все будет. Так, давай возьмем патрончиков. Так, взять патроны. 500 возьмем патрончиков. И металла немного возьмем. Потому что я все сливал сюда. Так, нет, нам надо взять металл. Все, 50 килограмм я взял. Давайте сделаем дигл на всякий случай. Потому что, ну, мало ли чё. Дигл 200 и гун-колер. Гун-колер и фиолетовый. В принципе, как я обещал, сделал конкурс. Кто не знает, кстати, где находится русская мафия, показываю вам. Смотрите внимательно. Просто смотрите внимательно GPS. Пятый раздел. Нелегальная организация. И шестой, последний пункт, короче. Русская мафия. И вы к нам приезжаете. В принципе, я вас пока что принимать не могу, потому что я не девятка, чуваки. Я не девятка, в принципе. Я семерка всего лишь, поэтому я могу вас там проверять, когда будут собесы, что, в принципе, наверное, буду делать. Но именно принять я вас не смогу лично. Так, остался один гелик как раз. Вообще заебись. Можем сейчас прокатнуться куда-нибудь. Я седьмой ранг, я думаю, мне можно гелик брать, в принципе. Я здесь ничего не нарушаю. Устав, как бы, воровской, так сказать, соблюдаю. Кстати, насчет видоса про клавиатуру. Я обязательно его сниму, пацаны. Я просто, блин, ну я забываю, у меня нету времени, блин. Просто я и стримы надо делать, и видосы снимать. И, блин, про клаву постоянно забываю снять про нее видос. Про всю новую клавиатуру, кто не в курсе, я купил себе. И, блин, постоянно забываю снять видео. Просто постоянно забываю снять видос. Вы знаете, что меня смущает в этом гелике? Да, я не люблю именно этот кузов. G65, я G55 больше люблю. Вот именно эти, знаете, красные, синие фары сзади на бампере. Как-то по-мусорски выглядит на самом деле. И это очень смущает. Блин, могли бы хотя бы, ну, белые поставить. Ну, красные поставить. Но красно-синие, ну, блин, это зашквар. И мне нравится, в принципе, в русской мафии, как бы, да, нету без варов. То есть, ну, каптов за бизнес нету, потому что у нас, я говорил в предыдущих сериях, что у нас лидер установил мир с итальянской мафией, поэтому нету. В принципе, у нас, по-моему, все бизнесы практически есть. Поэтому, блин. Ну, может, они друзья, хрен его знает, но не будем в это влазить.
Ну, все равно здесь есть РПшки, и все-таки есть чем заняться, как бы, и вы можете тоже приходить. Потому что многие спрашивают, ты будешь здесь долго или на неделю? Я здесь буду долго, пацаны. Если я получу варн, это не считается, если я получу варн. Это реально не считается. Потому что, вы знаете, я могу все, что угодно. Поэтому, чтобы потом не было конфликтов. Так, я зашел, купил ремку, фотоаппарат и этот... Лотерейный билет, может повезет, сейчас payday будет. Может что-то выбью. Но мало ли что. Я думаю, кроме меня эти лотерейные билеты никто не покупает. Поэтому у меня есть все шансы выиграть. Кстати, видос насчет конкурса я еще даже не снял. Но я буду его снимать завтра. Сегодня у нас 30 число. А я буду завтра снимать 1 числа и выложу видос с конкурсом. Но 100% он, я думаю, уже есть, как бы. Поэтому участвуйте. Так, я сделал пару фоточек. Можно ходить еще на ВЧ, в принципе. На ВЧ. Ну, блин, неплохая машина. Знаете, она не, довольно-таки не быстрая. Да, мне не нравится из-за того, что она такая расхлябанная, знаете. Видите, ну, на, вот, вся по дороге вот так виляет и так далее. Стоит 5 лямов и едет 110 километров. Блин, я лучше на самом деле X5 взял, чем гелик. Он и дешевле на 2 миллиона, и быстрее, и управляемый. Ну, много, короче, плюсов, но... У нас, знаете, такая хуйня на сервере, типа, вот гелик, это бандитская машина, да и на всех серверах такая хуйня. Типа, вот, все пиздец, ебать, надо брать гелик. Ну, также есть крузак, есть X5, Санкинг есть. Ну, Санкинг, ну, не сравнивается, конечно, но... Тот же крузак, он здоровый такой, бандитский тоже. X5, тоже старого кузова, бандитский. Ну почему все, блин, именно уперлись на эти гелики? Просто, блин, ну пиздец, ну реально. Я все лучше... Вот был бы выбор, например, крузак, гелик и X5. Я бы X5 взял, серьезно, я бы взял X5. Я на нем ездил в игре. В жизни не ездил, конечно, но я лучше взял бы X5 на самом деле. И давайте, пацаны, побольше лайков. Блин, под серией не набирается вообще даже 100 лайков. Я забыл, когда последний раз эти 100 лайков видел. И даже косаря просмотров нету. Ну, серьезно, пацаны, ну... Можно как-то, блин, поактивнее быть. Я для вас стараюсь. Каждый день выпускаю видосики. В том числе Мазин, какого вы очень просили. Вы, блин, как просить, вы, блин, все просили. А как лайки ставить и смотреть видосы, вы не смотрите. Реально это неприятно. Поэтому давайте вы исправляйтесь. В принципе, я для вас стараюсь, поэтому... Поэтому все должно быть заебись. В АФК ушел, да? Ну иди сюда, мой родной. Иди сюда. Хоп-хоп, чидо-хоп. Что-то вас много, пацаны. Так нечестно. Так нечестно, ёбаный в свет. Так нечестно, ёпта. Давайте потанцуем. Что у вас дохуя, пацаны, вам так не кажется? Минус один. Бля, ну меня убили. В принципе, ну и дохуя было, да, не спорю. Да и я не мастер, чтобы пострелять, но... Двоих или троих я слил. Это факт. Я даже просто, ну, хп их не видел, в принципе. Да и я особо... Ну, короче, не буду оправдываться. Да, слил, похуй, хуй с ним. В принципе, хуй с ним. Слил так слил, бывает. Так, давайте напишем. Голова болит. Да, правильно, мусором не лечи, ебались они в рот вообще. Нахуй не надо. Так, врачонок нас вылечил. Можно чаливать, в принципе. Так, мусора тут бегают. Не к добру это. Не к добру. Хуя себе мусора на гелике. Вы чё, хуели, блядь? Чё ты окаешь, ебать? Иди в чел, бля. Ты чё, блядь, окаешь? Сейчас тебе поокаю, нахуй. Стой, сука. Ты чё, охуел, пидор? Сейчас тебя охуеешь ты меня. Макагун. Дикл 100. Чё ты такое, а? Чё такое, ебать? Привет, нахуй, дядя. Привет, дядя, ебать.
Нихуя себе вас тут много, пацаны. Не, я ебал рот, нахуй. Я в тюрьме за пидорасов сидеть не буду. Хе. Хуй вам, мусорам. Не на того напали, пацаны. Я так просто не сдамся. Можете сосать хуец сразу просто. Да, насыщенная серичка получается, конечно. Ну, ладно, думаю, на это будем заканчивать, в принципе. Чего такого интересного не было. Такая, знаете, была информативная серичка. То, что я все-таки добился 7 ранга. Приходите к нам в РМ, я буду, в принципе, рад с вами развиваться. Будем ездить на ВЧ, на РПшки и так далее. На этом у меня все. Всем пока-пока. I'd be crying all night, cause I was from the city.